с участниками группы «Крэк»? Не продолжаю сотрудничать, никаких отношений с группой «Крэк», да. Почему, поссорились, что ли? Ну, посрались, да. Посрались. Я не хотел этого слова говорить, на самом деле. Посрались. Да не, слушай, ну... Зачем за бабла? Бабло не поделили, прикинь. Вот они, понимаешь, звезды хип-хопа. Когда пошло бабло, все, все срутся. Центр срется, Крэк срется. А что, центры за бабла посрались? Ну, мне так кажется, нет. Не, я не знаю. Ну, как стали известны, покатило бабло и начинается там выяснение. Да не, слушай, ну мы поссорились по поводу того, что у нас нет общих тем для песен. Ну да, да, да. Да. А, нас соединяло только творчество, и поэтому нет. Ну, просто у пацанов там все хорошо, там, сам понимаешь. Я понимаю. Ну, у меня все плохо по-прежнему. И, ну, да, у меня вот эта волна, она как бы... Да, она у меня волна, вот как бы не отпускает все это. Вот, но ребят все хорошо, поэтому, ну, что со мной связываться? Не, ну, судя по тебе, ты позитивный человек, вот смеешься, улыбаешься. Да у меня истерика просто. Почему? Ты принял что-нибудь? Ты принимаешь вообще что-нибудь?